Температура воздуха минус 28 градусов. Северо-западный ветер, скорость 6 метров в секунду. Итог – прорыв теплосети. Без тепла осталось 15 тысяч человек, 58 зданий, среди них 8 образовательных учреждений. Внимание, внимание! Опасная зона. Угроза получения ожогов. Не приближаться к местам парения и разлива горячей воды. И было все это 26 августа. Именно в этот день прошли решающие учения перед началом отопительного сезона всех оперативных служб Кировского района. По легенде, которую вы уже слышали, зима выдалась очень суровая. И обычно, чтобы устранить подобный прорыв, используют снегоболотоход. Руководил и координировал взаимодействие всех аварийных служб заместитель главы Кировского района Владимир Захаров. Теплосеть, значит, отработала на отлично. Значит, было принято очень грамотное решение, то есть заглушить участок нарушения и сделать проход по другой ветке. Как часто бывает, подобные учения выявляют и недостатки в организации работы аварийных служб. Еще раз проработать ГУЖА со всеми сантехниками. То есть не надеемся на директоров и... Извините, да. А я что, воспитывать сантехников должна? Будете. Оказывается, не все в порядке и в плане технического обеспечения. Аварийных машин сколько? Три. Я говорю, мало. Должно быть шесть, как минимум. Как минимум. В целом, учения показали, что район к холодам готов. Все оперативные службы знают, как им действовать. Но все же администрация Кировского района продолжит держать руку на пульсе и проводить подобные учения, чтобы никто даже подумать не мог подходить подобным вопросам спустя рукава. Ну что, управляющим компаниям еще раз ГУЖА поработать, в любом случае, да? Провести дополнительные занятия, чтобы ваши... Они меня будут послать. Да, персонал все знает. Хорошо. Когда будет минус 28, учиться будет поздно.